Растительная душа? Немного сюр. Растение – это животное, наоборот, из статьи. Аристотель писал, что у человека три души. У животного две, а у растения одна. Человек обладает разумом, может двигаться и чувствовать. Животное – передвигаться и чувствовать, а растение – лишь чувствовать. Чувствую я, что превратилась в растение, головой и руками глубоко вросла в почву. Благо, что живу на первом этаже. Даже не заметила, как миновала подвал. Московская земля – не лучшая пища для моей головы и рук корней. Соляная корка разъедает поверхности. Губы, высохшие совсем и белесые, пытаются выцедить что-нибудь полезное из окружающей темноты. Пятки мои изображают лепестки цветка. Ногами шевелю иногда, приманивая какую-нибудь пчелу. Но где же их взять зимой? Вторая моя душа почти покинула мое измученное кашлем тело. Пытается делать первые самостоятельные шаги, но в основном пока лишь ползает или катается спиной по полу в почти смертельной скрутке. Фитнес-тренер бы одобрил. А третья? Что ж третья блуждающим нервом плавает между мирами и комнатами? Разум, говорите? Шаманит, пытаясь вылететь в форточку, за которой взрывающая своей лазурью мартовское небо. Заклеивает ему рот облачным пластырем, а выбивающая табуретку из-под ног солнце влечет их к себе так, что они уже подросли и высовываются, радостно трепеща навстречу солнцу полосатыми гольфами. Я болею.